Начинайте, Игнатий Тихонович. Милостью будь мне грешен. Создавай мне, Господи, помилуй меня. Бесчестная согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, блажите тебя, Богородица, Христа блажите, ты непорочен, Матерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, если бы сейчас нагашен творящего Христа, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас. Яко благости и человека любит, аминь. Боже милостив, будь мне грешному, создавай мне, Господи, и помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь небесный, утешитель, Дух истинный, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны. И спаси, благие души наши, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи ангельскую песню, возглашаем Тебе сильный, свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети сердце, открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное то человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему.
Псалом 1. Блажен муж, который не ходит по совету счастливых, и не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод своему время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивое, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведный, а путь нечестивых погибнет. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Прости у меня, и дам народам наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судить земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погиб в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глаза мои взывают Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасения над народом Твоим, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем и исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь.
Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий дух земные, наблюдающий сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придет со славой воздать каждому по делам его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебе воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу, несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел, Божий хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и нечестивого, несчастного раба Твоего, уныния, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Наталья, Ольга, Анатолий, Андрей, Виталий, Рустик, Катерина, Надежда, Роман, Татьяна, Янец, Сергий, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, бо ты благословенна во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подаем Твои земные и небесные блага, не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, дар им здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. И прости им все грехи, вольные и невольные, даруй им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов
Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитву Его Пречистой Матери и всех святых, приведи его к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном и житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших. Ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, усвоили изучаемые ими предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты – источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Читайте, Господи. Прости, Господи, помилуй родители, против благодетели, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Анатолия, священника Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Апостия, Вадима, Василия, Владимира, Андрея, Максима, Владимира, Игрепа, не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высшие служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и надо еще священника и служебный тебе. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Донарда, Рамзана, Петра, Александра, Дагена и Анна. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. Приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава Тебе за сию ночь, и этот день да будет благословенным. Мы молим Тебя, Господь наш, спаси и помилуй нас, население наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Семерия, Владимира, братья и Людмила, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа, еще добрые жители с детьми, знающими, любящими уставы твои.
и сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Вещана, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексину. Души пределы в общем, одиновые души. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Анастасию, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Рахиль, Ездру, Екатерину, Екатерину, Галину и всех, кому возвестили слово Твоей благости и истины. Воздри на угрозу врагов, моих пакости творимые, моих душ. Не дай желаемое в исполнение зла. И наставь на путь истины, примирей их с нами. Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктора. Благослови благодетелей наших, воздаем добром. Елену, Людмилу, Неонилу, Александру, Татьяну, Надежду, Юрию, Евгению, Наталью. И от пьянства избавить Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство, обрати Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марту, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Я от Романа, Господи, из него изгони духа лжи и упрямства, высокомерия и надменности. Благослови Никиты, Виталий, дали духовное рождение и желание послужить тебе в чистоте жизни и в разуме. Аллилуйя! Алексея, помяни, Господи, сохрани его разуме, дай ему веру святую твою. Благодарим тебя за посещение им. Посети болящих, дай силу перенести страдания, посылаемые тобою. И пошли им исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Надежда, Валентина, Валентина, Татьяна, Татьяна, Татьяна. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезнь, за друзей и за врагов, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе! Сохрани это наше сокровище в интернете, и книги здесь, и пути для пользы людей. И трудящиеся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Виталия, Валентина, Господи. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона, Алексея, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, 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 Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, человеку и благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя! Святая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, благослови помогавших нам в путешествии Павла, Наиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешен.
Благодарю тебя, мой ангел. Сколько лет ты хранил и защищал, не покинем смертный час, как душа будет спасаться от тела. И проведи душу мою по мытарству, веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, Святеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому дарой жилье, Гавриила и Сергея. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ вот от всевоздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, чтобы не страшиться ни старений начальствующих и не участвовать в бесплодных делах, тьму иное обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, хотели пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Аль, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Елемия, Варут, Иль, Осия и Аид. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными лет добрых дел, соделанным Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, всенебесные силы, престолу Божию предстоящие. Ну, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Дай Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученицы и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Син, Филосов, Космай, Демьян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Семен Тринский, Климент, Анфирский, Архив, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис, и говорят, молите Бога, она, да укрепит Господь народ свой. Дабы никто не принял начертание зверя Антихриста, Антима, Вениамина, да и верно, старше родителей за ложное воспитание. Аллилуйя. Молите Бога, она, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий, Радонский, Степан Пенский, Серафим Саровский, Иоанн Табульский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Тиворец и все переводчики Священного Писания. Молите Бога, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел ретиков разрушен, и что превратит. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, и святых первомучениц, Сафатина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Катерина, Святая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Христила, Ахила, Андроник, Юник, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь и покорилась Галины, семейство Евгения, Надежды, Надежда Светлана, Мария, Елена, Людмила, Яны. И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебя на небе и на земле. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших Тебе, молись о них.
услыши исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. Тебе слава Богу, Отец и Святой Дух, аминь. Говори, Господи, слушай и дослыши раб Твой. Аминь. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначале празднословия, серебролюбия, не дашь мне. Дружи целомудрия, миленно мудрия, терпение и любви даруй мне, рабу твоему. Есть, Господи, союз, даже не здесь моя прегрешение. И не осуждать и брата моего, яко благословен есть. Аминь. О Боже, очисти мне грешного и помилуй меня. Господи, слава Тебе, мой милостив ко мне грешному. Спаси и помилуй, Господи. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, сегодня и в ночи, и во все дни жизни нашей, ибо Ты благ и человеколюбец. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Господь, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне, рабу твоему. И, Господи, царю, дай мне взгляд и моя прегрешение, я же не осуждать и брата моего, яко благословен я тебе. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
Геннадий Тихонович. Наставление какое? Какое наставление? Дайте нам. А какое там следующее? Да ты прямо открываешь, смотри, по кисну православию. Мне нужно с утром спрятать кошек и голубей выгулять, поэтому я тороплюсь тут. Иначе расцветает, их не поймать тогда. О церкви. Церковь есть от Бога установленное общество христиан, соединенных между собой одной православной верою, одним законом Божиим, одной законной иерархией, священством и одними таинствами. Об этом нашем единстве и писал апостол Павел, цитата, «Одно тело, и один дух, как вы и признаны к одной надежде звания вашего. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех». Послание Ефесянам, 4 глава, 4 и 6 стих. Церковь Христова, пребывая на земле, важна для нас главным образом своею невидимою духовною стороною, как царство благодати Святого Духа, пребывающего в ней. Но и сама Церковь в своем составе имеет и невидимых членов, какова прежде всего ее божественная глава Господь Иисус Христос и все святые Его, а равно и ангелы, так что Церковь одна, как земная, так и небесная. Цитата. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех праведному Богу. И к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева». Послание евреям, 12 глава, с 22 по 24 стихи. Отдельные члены церкви могут лишиться благодати Святого Духа по своим грехам, если останутся упорно нераскаянными, и особенно тогда, когда они впадают в ереси и расколы. Но вся церковь не может, потому что глава ее Христос, исполненный благодати и истины, а потому и тело свое церковь, наполняющий этой этою благодатью и истиной. Цитата. «Его поставил Отец выше всего, главою церкви, которая есть тело Его».
Послание Ефесянам 4:22 говорит апостол Павел. «Созижду церковь мою, сказал сам Господь, и врата ада, то есть никакие силы и средства зла и лжи не одолеют ее». Евангелие от Матфея 16:18. Единственным краеугольным камнем, то есть основанием церкви, в Слове Божьем называется только Христос и никто более. Цитата. «Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа». Ефесянам 2:20. Церковь называется соборную, иначе кафолической или вселенской, в том смысле, что она не ограничена никаким местом, народом, ни временем, но заключает в себе верующих всех мест, времен и народов, цитата, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Послание к Колоссянам, 3 глава, 11 стих. Также точно и все ранее жившие христиане, ныне умершие, но смертью тела отнюдь не выходят из состава церкви, но пребывают в ней, если только не отпали от веры. Церковь свята. Цитата. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стихи. Святость церкви идет не от нас, людей, а от божественной главы ее, Иисуса Христа, и от всеочищающей и духовно животворящей благодати Святого Духа. Совершенно и безусловно безгрешен один только Христос. Мы же много согрешаем все, сказано в послании Иакова 3:2. Но самые великие грешники не мешают святости церкви, если они очищают себя покаянием. Нераскаянные же грешники, как мертвые члены, отсекаются от тела церкви или видимым судом ее законной власти, или невидимым судом Божьим, и таким образом также не препятствуют церкви быть святою. Так как теперь много христианских исповеданий или церквей, и все они считают себя истинною церковью Христовою, то мы, называя свою церковь апостольскую, этим свидетельствуем, что именно наша православная церковь неизменно и непрерывно хранит подлинное апостольское предание во всем, и в учении, и в богослужении, и вообще во всем строе своем, в законах, канонах своих и своем благодатном пастырстве. Апостольская заповедь – держать предание их. Цитата. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Второе послание Фессалоникийцам святого апостола Павла, 2 глава, 15 стих. В общинах сектантов их, в кавычках, священство ведет свое начало от их основателей, явившихся спустя 1500 и более лет спустя после основания церкви.
Напротив, наша иерархия есть действительно апостольская и ведет свое начало от самого Иисуса Христа, пославшего своих апостолов, и от сошествия на них Святого Духа. С тех пор преемственно и без перерыва и поставляются законным порядком в церкви через епископское рукоположение в таинстве священства все члены нашей трехчинной иерархии – епископы, пресвитеры и диакон. Цитата. «И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Ефесянам 4 глава с 11 по 12 стихи. Еще цитата. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Книга Деяний, 20 глава, 28 стих. Протоиерей Вознесенский. Девятый член символа веры гласит: «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». И, читая его, каждый дает обещание соглашаться со всеми истинами, преподаваемыми церковью, и в жизни своей подчиняться всем тем законам, которыми церковь достигает цели своего существования и по которым она, как общество, живущее на земле, управляется. Истина церкви по преимуществу пред всеми другими касается самой жизни каждого христианина, определяет не только его верование, но и саму его жизнь. Признать церковь – это значит не мечтать только о Христе, а жить по-христиански, идти путем любви и самоотречения. Вера в церковь требует подвига и от ума, и от воли человека. Именно протестантизм провозгласил открыто величайшую ложь: можно быть христианином, не признавая церкви. А потому почти все пункты разногласия сектантов церкви православной сводятся к отрицанию церкви во имя мнимого евангельского христианства. И создалась самая ужасная подделка веры Христовой. Когда увидим, что некоторые приводят апостольские или пророческие изречения в опровержение вселенской веры, мы не должны сомневаться в том, что устами их говорит дьявол. Цитата. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Первое послание Тимофею, 1 глава, с 5 по 7 стихи. Так понимают, в кавычках, «передовые» по направлению к аду сектанты. Христос церковь свою называет «Царством Божиим». Цитата. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие от Иоанна 15:19. Церковь сравнивается с деревом. Цитата. «Если же некоторые из ветвей отломились,
А ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. То не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Послание к римлянам, 11 глава, 17 по 24 стих. Церковь сравнивается с телом, и вы – тело Христово, а порознь – члены. 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих. В церкви всегда неизменно единение человека с Христом во святом причащении. Цитата. «Я – хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 51 по 56 стихи. Здесь источник духовной жизни. Таинство причащения соединяет людей с Богом и тем самым и друг с другом. Вот почему причащение есть источник именно церковной жизни по преимуществу. Вне единства церковного нет и причащения. Без епископа ничего не делай, относящегося до церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истиной, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь. Игнатий Богоносец. Цитата. «Многие зерна, вместе собранные, смолотые и замешанные, образуют один хлеб. Так во Христе, который есть небесный хлеб, мы видим одно тело, в котором связано и соединено наше множество». Киприан Карфагенский. Еще цитата. Что такое единение духа? Как в теле дух все объемлет и сообщает какое-то единство разнообразию, происходящему от различия членов телесных, так и здесь. Но дух дан еще и для того, чтобы объединить людей, не одинаковых между собой по происхождению и образу мыслей. Иоанн Златоуст.
Тело Христа не есть только одно учение. Дело Христа есть не только одно учение. Его дело есть создание единства в роде человеческом. Дело Христово есть создание новой твари, то есть церкви. В церкви живущий Дух Божий дает силы для осуществления христианского учения в жизни. Так как учение – это есть учение о любви, то осуществление его опять-таки создает единство. Если порвется связь с телом церкви, то отдельная личность, обособившись и замкнувшись в своем себелюбии, лишена будет благодатного воздействия Святого Духа, живущего в церкви. Обособиться, замкнуться в себе – это для личности или даже для поместной церкви то же, что для луча отделиться от солнца, для ручья от источника, для ветви от ствола. Жизнь духовная может быть только при ограниченной связи со Вселенской Церковью. Порвется эта связь, непременно иссякнет и жизнь христианская. Без церкви нет христианства, остается только христианское учение, которое само по себе не может обновить падшего Адама. Слово «церковь» в Новом Завете встречается 109 раз. Слово же «христианство», как и многих других слов на «ство», Новый Завет не знает. После сошествия Духа Святого на учеников и апостолов Христовых получило бытие церковь, как видимое общество. Сделаться христианином значило присоединиться к церкви, цитата, «хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Книга Деяний, 2 глава, 47 стих. Еще цитата. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Деяния 5.13. Всякий новый верующий был как бы веткой, прививающейся к единому древу церковной жизни. Господь не хочет знать рабов своих вне церкви. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним». Деяния 5.13. Цитата. «Ничего не делайте без епископов и пресвитеров. Не думайте, чтобы вышло что-либо похвально у вас, если будете это делать сами по себе. Делающий что-либо без ведома епископа служит дьяволу. Кто будет почитать себя больше епископа, тот пропал совершенно». Игнатий Богоносец. Еще цитата. «Вне церкви не может быть и учения христианского, не только христианской жизни. Только в церкви есть чистая вера». Киприан Карфагенский. Всякое отделение от церкви непременно связано бывает и с искажением веры. Цитата. «Враг изобрел ереси и расколы, чтобы ниспровергать веру, извратить истину, расторгнуть единство. Служители его возвещают вероломство под предлогом веры, а антихриста под именем Христа и, прикрывая ложь правдоподобием, тонкой хитростью, уничтожают истину. Еретик рассекает церковь, он вооружается против церкви, изменник в отношении веры, в отношении благочестия, святотатец, непокорный раб,
сын беззаконный, брат неприязненный. Киприан Карфагенский. Цитата. Если рассмотреть веру тех, которые веруют вне церкви, то окажется, что у всех еретиков совсем иная вера. Даже, собственно говоря, у них одно изуверство, богохульство и прения, враждующие против святости истины. Кто бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа. Как может быть со Христом тот, кто не пребывает с невестой Христовой, не находится в церкви его? Тот уже не может иметь отцом Бога, кто не имеет матерью церковь. Он же. Цитата. Еретики не могут быть христианами. Тертуллиан. Цитата. Крещение вне церкви только пустое и нечистое погружение. Там не омываются грехи, а только усугубляются. Такое рождение производит чад не Богу, но дьяволу. Еще цитата. Еретиков должно крестить единственным крещением церкви, чтобы они могли из противников сделаться друзьями и из антихристов христианами. Отступивший от церкви лишен надежды на спасение, лишен благодати Святого Духа. Святой Киприан. Христианскую жизнь, приводящую ко спасению, блаженный Августин приписывает только церкви, а вне церкви этой жизни быть не может. Все отделившиеся от церкви не имеют любви. Цитата. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Возрожденный в крещении, но не соединившийся с церковью, не имеет от крещения никакой пользы, потому что он любви не имеет. Спасительным начинает быть для него крещение только тогда, когда он соединяется с церковью. Благодать крещения не может очистить от грехов того, кто не принадлежит церкви. Ее действие как бы парализуется упорством раскольнического сердца во зле, то есть в расколе. Так как крестящийся вне церкви, тотчас после крещения, вступая во мрак своей схизмы, обнаруживает свою греховность, а отсутствие у него любви, то и грехи немедленно на него возвращаются. Смотри притчу о рабе, не простившим другого должника. Все отделившиеся от церкви, пока противятся ей, добрыми быть не могут, хотя бы их поведение и казалось похвальным. Самое их отделение от церкви делает их злыми. Теоретическое согласие с учением христианским совершенно бесполезно. И вне церкви нет спасения. Жизнь христианская иссякает, оказывается, только одно ее лишнее учение в бесконечном ряду учений древних и новых. Притом учение весьма неопределенное, ибо без церкви открывается возможность несчетного множества его пониманий, самых произвольных и даже друг другу противоречащих. Господь Иисус Христос сам ничего не писал. Поэтому нет ничего легче, как по своему вкусу перетолковывать учение Христово и сочинять в кавычках христианство, выдавая под этим названием свои собственные заблуждения. И много можно удивиться тому, как далеко заходят люди в своем в кавычках истолковании христианства. Чего только не захотят они. Тотчас все это и находят в Евангелии. Оказывается, что всякую свою праздную мечту и даже злонамеренную мысль можно при желании прикрыть евангельским учением.
Но подделка церкви христианством ведет за собой еще одну ужасную подделку. Подделку Христа, Бога-человека, человеком Иисусом из Назарета. Именно для создания церкви необходимо было сошествие на землю Сына Божия и Его крестная смерть. Дьявол и теперь, как и при искушении Христа в пустыне, прибегает к помощи Писания, чтобы доказать возможность отделения христианства от церкви. Цитата. «Не должно у других искать истину, которую легко получить от церкви, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне собрали в нее все, что относится к истине, так что всякий, желающий, берет от нее пропитание жизни. Она есть именно дверь жизни, а все прочие суть воры и разбойники». Ириней Леонский. Цитата. «В наше время изобилие всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». 2 Тимофея 3:7. «О жизни церковной знает только тот, кто ее имеет. Для него она не требует доказательств, а для не имеющего ее она почти недоказуема». Архимандрит Илларион Троицкий. По каким признакам можно разыскать истинную церковь среди множества современных христианских ветвей? Вопрос. Во-первых, настоящая церковь должна содержать неповрежденным чистое христианское учение, проповеданное апостолами. В принесении истины людям заключалась цель пришествия Сына Божьего на землю, как Он сказал перед Своими крестными страданиями. Цитата. «На то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». Евангелие от Иоанна 18:37. Приходится согласиться, что не могут все учить правильно. Если, например, одна церковь утверждает, что причастие есть тело и кровь Христова, а другая, что нет, то невозможно, чтобы обе были правы. Или если одна церковь верит в реальность духовной силы крестного знамения, а другая эту силу отрицает, то очевидно, что одна из них заблуждается. Истинной церковью должна быть та, которая ни в чем не расходится в вопросах веры с церковью первых веков христианства. Когда человек беспристрастно сравнит учение современных христианских сект, то он должен прийти к заключению, что только православная церковь исповедует неповрежденную веру древней апостольской церкви. Вот почему так не любят все еретики отвечать на вопрос, когда и откуда они появились, верил ли кто так до их появления, и где была такая вера, и пусть назовут, кто так верил во втором веке, в третьем и так далее. Православные же могут самым точным образом указать по житиям святых всех мучеников и подвижников с первого века. Сектанты говорят, что эти жития написали сами же православные для самих себя. Но знают ли они, что жития святых были написаны в двух экземплярах? Один экземпляр писался на допросе верующих судьями и палачами, а другой писали сами христиане. Так у Климента Римского были свои нотарии и диаконы, которых он рассылал в места казней, и они все видели, запоминали и потом записывали, сохраняя для церкви. Когда же к власти пришел Константин Великий, то все судебные архивы перешли в ведение христиан. И когда сравнили записи тогдашнего КГБ
тогдашней Лубянки и то, что сохранила церковь, не было найдено никаких расхождений. И добросовестно отвечая, сектанты должны были бы отвечать не лукавя, что вот тогда-то они возникли. Баптисты от Джона Смита в 1609 году, когда он вошел в воду и сам себя крестил и провозгласил пресвитером. Адвентисты не раньше 1841 года, когда не сбылось лжепророчество их основателя Уильяма Миллера и так далее. Конечно же, никто так не верил, как они в первые века в Христовой апостольской церкви. А вот еретики были и тогда, и многие из них верили точно так же, не во всем, как суперсовременные сектанты. Так были, в кавычках, безголовые, у которых не было хиротонии, которые не признавали благодати, преемственности и рукоположения. Это ересь ныне у баптистов, которым никогда не переходил ни один епископ, а значит, у них нет ни одного священника и нет действительных таинств. Крещение, причащение. Ибо без сих священных рук священников нет отпущения смертных грехов, говорит Златоуст. Смотри, 2 апреля, 20 апреля, житие Анастасия Игумена. Были еретики, ненавидевшие иконы, иконоборцы, осужденные на 7-м Вселенском соборе в 787 году. А ныне во всех сектах. Иларион 6 июня называл иконоборцев новыми безбожниками. Сегодня патриархи служат службу вместе с армянами, монофизитами, осужденными на 4-м Вселенском соборе в 451 году. Святой Агапит 1 июня выгнал из своей кельи врача армянской веры, сказав: «Как ты посмел войти сюда и осквернить мою келью? Армянская ересь есть гнуснейшая». В 1-6 веках были антитринитарии, не признававшие Святую Троицу. И только в 20 веке эти еретики появились под именем иеговистов именников. Учение о тысячелетнем царстве на земле, хилиазм, было отвергнуто святыми отцами, но теперь явилось у всех сектантов. Попытка возродить говорение на иных языках была в 3 веке, Ириней Леонский, и наше столетие вдруг получило ересь пятидесятников, имитирующих говорение на языках, часто одержимые злым духом или психически поврежденные. Вышедшая из дыма саранча сектанты пожирают неутвержденные в истине души. Феодосий Печерский называл кривоверием веру тех православных, кто хвалит чужую веру. Цитата. «Если у нас хорошо, тогда у еретиков худо, а если у них хорошо, тогда у нас худо». Златоуст, 6 апреля, Евтихий. Потерик, 4 век. Двоеточие. Еретика следует анафематствовать и после его смерти. И возникшие древние ереси есть исполнение пророчества Апокалипсиса, цитата. «И вышел дым из кладезя бездны, как дым из печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма и кладезя». Откровение 9.2. «Солнце стало мрачно, как волосиница». Откровение 6.12. Учение Христа помрачено еретическими измышлениями, и луна сделалась как кровь.
Церковь покрылась кровью мучеников. Христос послал апостолов, сделав их ловцами человеков. Дал им сеть, в которой продольные и поперечные нити сети есть чудеса и пророчества, которыми была уловлена вселенная. С таковой же сетью выходит и лжец-дьявол, посылая сетью лжепророчеств и лжечудес своих клевретов. И приспособившись к современным научным понятиям безбожников о биополях, полных сухих костей, и о внеземных связях и цивилизациях и НЛО. А истина открывает, что все это уже было под солнцем, только под другими названиями и в другом виде. Также стучали демоны, также творили чудеса Порфирии и Ивановы, входя в воду на много часов. Смотри житие святого Иоанна Богослова про еретика Киринфа и волхва Кинопса. Колдовство и вызывание демонов, их стучание было многократно в житиях Макария Египетского, Илариона Великого, Исаакия Печерского. Вот как рассуждал блаженный Феофилакт об отступничестве латинян-католиков. Цитата. «Избегая препирательства о второстепенных разногласиях и обычаях, ибо не всякое различие в обычаях должно вести к разделению, но только то, которое касается догматов», — говорил он. Все латинские разногласия, бывшие и тогда, помимо догматов, он хотя и называет несправедливыми, но считает возможным покрыть христианской любовью. Вооружается же он главным образом против прибавления к символу веры и от сына. Здесь пишет блаженный Феофилакт самое опасное зло, и если не позволяют сделать исправлений, то отступить не надобно, хотя бы говорили они от престола, хотя бы показывали нам ключи Царства Небесного. Впрочем, и в этом отношении не надобно спорить о словах, а смотреть на дело. Только от исповедания веры надо требовать полной определенности. Не будем спорить слишком с непокорным умом этих людей, ни об опресноках, ни о постах, ни о прочем. Надобно терпеть зло, чтобы предотвратить большее. Надобно попускать то, что переменить нельзя, дабы не разрушить общей любви. По примеру апостолов, надобно являться слабым для слабых и следовать примеру Спасителя, положившего душу свою для того, чтобы собрать рассеянных чад воедино стадо. Среди прочих заблуждений отступления от истины католики приняли. Крещение через окропление, лишили мирян причастия кровью Христа, приняли догмат о непогрешимости пап в вопросах веры, братобрития и многое другое еретическое. Временами казалось, что ереси навсегда закрывают своей власеницей истину православия, и дым из гладися бездны скрыл солнце правды. Но всегда Господь сохранял себе верных людей, как во времена пророка Илии, и они, не преклонившие колен перед Ваалами, умоляли Вседержителя открыть народу свет Христа, и восставали вначале в одиночестве святые Афанасии, Златоусты, Исаакии, Далматские, Максимы Исповедники, Феодоры Студиты, и тьма отступала, и был праздник торжества православия. Дьявол, как истинный отец лжи и всех еретиков, неустанно продолжает выводить из кладезя бездны все новых и новых лжеучителей, лжепророков, мессий, имя же им Легион, с единственной целью
извратить Писание освященное и ум своих последователей, чтобы погубить бессмертные души их. Все на сегодня. Ну, можно отметить и дальше. Это еще раз еще. Ты мне дать заявку, что ты здесь соберешь. Уже звонит столько раз. Что забрать? Слышишь меня, нет? Слышу, слышу. Ну и мне цветок от посылки. Диск забрать. Знаешь, как это говорил? А, диск, да, все, услышал теперь. Так, это когда будешь книги отправлять, у тебя есть эти квитки, я не дал. Положи штуки три. Какие? А, визитки, что ли? Ну, конечно, визитки. Визитки. Угу. Тебе не звонил, не сообщал, не доехал, нет? Шахматов-то? Да. Вот кое-что уже выставлял, но не в самолете же он выставлял-то. Он ВКонтакте мне написал, Игнатий Хитрый. Вот это вот, все, доехал, не доехал, не написал ничего. Выставил ролик уже маленький, в машине уже едет из аэропорта, вот в машине, в Москве. Слава тебе, Господи. Да, значит, доехал, значит. Вот теперь, который он будет там ставить еще, мы вместе снимали, уже не меньше 10 роликов будет стоять, разные по величине. Подумали, все как надо сказали. Ему это большая польза от этого. Ну вот молиться надо, чтобы он поверил вам, а он пока этого не видно. Молимся об этом, молимся. А всем больной там ты и говорил об этом. Да. Ну если ничего нет, все, я тебя жду. Во сколько подъедешь ко мне? Ну сейчас, Игнат Тихонович, не могу точно сказать. Дела у меня. Ну, в районе обеда, думаю. Меня если нету здесь рядом, смотри, дверь подпертая, смотри на лестницу, я, может быть, у голубей залез там кормлю. Ну, найду. Ну, и слава Богу. Все благополучно. Ну, скажи, что можно отходить? Можно отходить, да. Давайте, с Богом. С Богом. С Богом. С Богом.